торопился за покупками и поэтому пошел на перерез, не дойдя до пешеходного перехода. Это самое популярное оправдание нефтеканцев, которые нарушают правила дорожного движения в районе популярного супермаркета по улице Победы. Инспекторы отмечают, что такое поведение характерно для горожан и в других частях Нефтекамска. Среди таких нарушителей зачастую числятся и дети, которые пошли по неправильному пути вслед за взрослыми. Как, например, в этом случае, когда маме почему-то не захотелось пройти лишние 10 метров до пешеходного перехода. Отметим, что в списке пострадавших пешеходов на городских дорогах в этом году числятся десятки нефтеканцев и 7 детей. Большинство из них переходили дорогу в неположенном месте. Инспекторы опасаются, что ситуация может усугубиться в ближайшие 3 недели, когда у школьников начнутся каникулы, а у взрослых праздничные выходные. Поэтому на этот период в городе объявлена акция «Внимание, дети». Причинами дорожно-транспортных происшествий среди участников дорожного движения является то, что бесконтрольность со стороны взрослых и отсутствие знаний и умений, навыков правил поведения по дороге среди юных участников дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции обращают внимание водителей и пешеходов на то, что в зимний период нужно быть особенно внимательными на дороге, поскольку ситуацию обостряет плохая видимость в темное время суток, а также гололед. Поэтому сотрудники ГИБДД призывают взрослых в ближайший период прислушаться к громким, но очень правильным словам. Главное – жизнь не дать, а сохранить. Лариса Миронова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».